Всем привет, день третий, основной. Мы для вас сделали уже две серии, прям в онлайне. И это будет третья. Основной день граблей, погнали. Хотел футболку с треугольником на спине парить. Себе футболку взяли. Привет. Давайте треугольник нарисую. Ну чё, пойдем заведем машину. Мы немного проспали расстановку шатра из-за очень веселой ночи. Вчера было супер круто. Никто не ругался, никто не дрался. Весело, позитивно танцевали, а когда на сцену выбежал динозавр, это было вообще нереально круто. Сейчас нам нужно реанимировать наш автобус, потому что кое-кто забыл выключить габариты, как бы их нужно выключать, когда оставляешь машину на 3 дня, на 2. Сейчас мы его заведем и поедем раскладывать шатер и все наши ништяки, которые мы привезли специально на грабли. Пока мы тут закисаем с аккумулятором, там уже вовсю движуха идет. И скажу вам, что машин стало значительно больше по сравнению со вчерашним днем. Ну что, мы на площадке. Вот автобус, вот расточитель. У нас еще на стенде пару машин. А Шама полку снимал. Разъебанную. Нет, покажи. Вот. А из-за чего она разъебалась? Пробила. Ой, да это не беда. В смысле, ты потрогай, она же под лаком. Да в принципе нет. Да. Деньги не проблема. Он и так всех достал. А что ты не заглушишь? Бля, да ладно, вырастешь, да. Очень круто, на самом деле. Я не ожидал, что будет днем на самом деле. Ты не был еще на граблях? А? Ты не был еще на граблях. Первый раз в жизни на граблях, но первые несколько дней так себе, конечно, я что-то немножко не понял, что происходило. Но вот сегодняшний день хотя бы показывает мероприятие со всех его сторон. И вроде бы даже круто, мне нравится. Тачек больше стало. Да, тачек больше. Вчера, да, было. Вчера не было столько. Несколько машин, конечно, пропали. Несколько владельцев пропали. Слышали эту историю про Джунгара? Скажи! Как будет? Здравствуйте! Буне Зиво! Буне Зиво! Красава! Месье предприниматель! Расскажите, что у вас тут сегодня? У него сгорела шея, это все, что можно о нем сегодня сказать. Ты видел девочек из 69 Pixels? Нет. Он говорит, что они идеальные. Что такое 69 Pixels? Это вот. Палатка. Знаю, они делают пошарженные автомобили. Девочки у них две просто. Я схожу туда. Вот там две девочки, которых можно покормить. Короче, народ начал заражаться плохим примером, и рядом с нашим автобусом прям целая экспозиция уже выстраивается, таких как у нас. О, можно фотку? Как привет. Зовут тебя? Саня. Давай в двух словах расскажи хотя бы, как, каково это проехать столько километров? Ну, вообще по кайфу, если ехать, не ограничиваясь тем, что тебе нужно быть там в конкретную дату, да, приехать. Да. Если заранее выехать, то по кайфу можно в город какой-то заехать. А у нас такой режим нон-стоп получился. Мы первый день 800 проехали, заночевали у друзей.
следующий день 1200 проехали, заночевали уже в тачке, не доехали до Читы. Потом опять 400 километров 900. Ну и вот такой режим, и все время где-то какие-то города, в которых можно было остановиться, они попадали днем. То есть что, по-любому мимо, потому что пока светит солнце, нужно ехать. Ну да, правильно. Ну и такой первый город, где мы заночевали, это был Кемерово, ну такой прикольный. В 11 вечера вообще пустота в городе. Кайфовые улицы, асфальт там ровненький. Покатались, вот заночевали в Кемерово. И потом опять вот этот вот нон-стоп. Потом мы траванулись в кафешке по трассе. Ой, и блин. Вот заночевали в Канске, не доезжая Красноярска. Ну и все, потом в Красноярск заехали там друзьям, поболтали и дальше. И вот такой вот режим, что все города нон-стопом. Потом... Да, и потом мы вот в ЕКБ мы попали к вечеру. В ЕКБ заночевали. И с ЕКБ уже до Казани получилось 1250 мы проехали. Там 2 часа поменялось часового пояса. Было 5 часов разница с Хабаровском. В течение дня стало там 7 уже по Москве. И как бы прям тяжко уже было ехать. Уже такое, засыпаешь, вроде 10 вечера по новому времени. Но ты уже все. И мы там даже в Казань хотели заехать, не зарулили. Тоже на заправке брык. И уже до Москвы следующий день доперли. Получилось 9 дней. 9 дней, ну, грубо говоря, по 1000 в день, да, ну, образно. Ну, примерно. А ты ехала со своей женщиной? Это моя дочка. Дочка? Вдвоем? Да. Блин, это вообще респект. Ну, она, я говорю, если говорю, школу закончишь досрочно, я тебя заберу с собой. Она быстро там все, она, да, все сдала. Чисто отцовская. У меня еще тачки не готовы. Она говорит, иди в школу, пиши заявление, уже все сдала. Круто. Я все собрал вроде, сделал сцепку уже, фаркоп сделал на кресту. А поменял ГРМ, то, что как бы тачка уже 11 лет у меня, и по времени уже, помню. Не то, что там по километражу, думаю, надо поменять. Поменял ГРМ, все, лобовина чистая, ну, думаю, не буду менять, ага. И сальники сэкономлю. Ну и все, тестовый выезд, я возвращаюсь под тачкой, просто лужа масла, капот открываю, лобовина все хлещет. Ну все, завтра уезжать. Я на следующий день все вскрываю, меняю уже ролики, сальники, гидронатяжитель, полностью все меняю, собираю. Завожу тачку, она работает с пропусками. Mm-hmm. Метки кручу, все на месте. Бля, ну что делать? Опять вскрываю лобовину, смотрю, у меня ГРМ весь покоцанный. Короче, оказывается, я когда снимал нижнюю звезду, не открутил стопор, там есть ограничитель. Ну, в спешке. И когда обратно ставил нижнюю звездочку, загнул один зуб на датчик коленвала. Ну, им же покоцало ГРМ, mm-hmm. и... Поэтому были пропуски. Ну, в общем, все это собрал, поменял еще раз ГРМ. Но это хорошо, что был тестовый запуск. Да, да. Прогон. Все, а там... этот красавчик, ну, не доставил проблем. Ну, вот, это в трассе уже было потом. А. Ну, и все, в общем, все собрал, и на сутки у нас сместился. Уже все, собрал первый комплект колес в трассу, которые... Ага. Нихера, терлись они у меня. Поменял на другие диски, на литье поставил. Короче, все вроде, приходим уже все собрано, стоит, выезжать. Прихожу, колесо спущено. Просто накачал, ну и все, едем. И, короче, каждые полтора часа подкачивали колесо. И через 200 километров я думаю, ну, обход такой сделаю. Смотрю, у меня рулевая тяга с наконечника вот так оторвана на запорожце. И причем он ехал ровно, да. Ну, я вкрутил, там резьба сорванная была, но я поглубже вкрутил. Ну, и как бы все. И уже в Москве мы поехали на детейлинг отполировать его. Что-то едем по МКАДу, я смотрю, в зеркало он такой кривой. Думаю, ну ладно, может, не подкачал пневму. Приезжаем, через лежак я проезжаю на кресте, Запорожец через этот стыкл, и все, и стало. Короче, протянул, вылажу, у меня стойка оторванная, в асфальт воткнутая. Снимаем лопнувший рычаг и оторвано крепление на пневме. Круто, что проехал столько, это прям респект. Ну вот единственное, что по кайфу было бы медленнее ехать, что ли. Ну, заранее вот выезжать, но все равно хочется всегда доехать быстрее, и ты пытаешься вот так сэкономить. Как бы пофиг, я ехал и 150 ехал даже. Что за красавец, доехали вообще отлично, Жигули в принципе не ломаются. Из Воронежа, пацаны, да, выехали сразу из гаража, то есть не успели ничего не обкатать, ничего, сразу погнали. Блин, ты все классно, доехали, там с гольфом вообще тоже все хорошо было. Долетели на одном дыхании, все понравилось. Супер кайф, то, что ребята приезжают с разных точек России, Украины, Беларуси и в одном месте собираются хотя бы раз в год, объединенные одной какой-то идеей, болезнью по автомобилям. Это кайф. Опа! А я только говорю, что это круто, когда все собираются в одном месте. Еще один кандидат в топ, по моему мнению.
что вечеринка в самом разгаре, народу, гостей очень много. Ну и что ты? А почему ты не там? Ты что, не участник? Я участвую. А что здесь? А у меня это сам виллы. Вот виллы. Топ-топ лепший проект. Понял. А есть рубль? Рубль? Нет. А где брелки? Привет. Так, а это шо, поскуда прожили? Так, привет. Здорово. Давай чокнемся этими камерами. Сик. Всякие являния рассказываю, что в Киеве охуенные дороги, но в Одессе их нету. Вот. Это вранье. Чтоб ты не запикивал. Это не так. Самым сложным было преодолеть трассу Одесса-Киев. Из Киева в Чернобыль. В Чернобыль и в Минск такое 7-8. Ну а через в Беларуси дороги было круто по ним ехать. Хоть и все москвичи, которые приехали, говорят, что минские дороги белорусские такие себе. Вот, но они для нас идеальные. Все говорят про эти стыки на мостах и тому подобное, но мы ехали, вообще кайфовали очень сильно. Было приятно. И вот я одного не могу понять. Где низкие тачки? У вас такие охуенные дороги, блядь. Где? Где? Где хардстатик? У нас почему все на пневмах и на лафетах? Вот да. Я не понимаю. Ну что-то не так. Я приехал из Одессы в Беларусь на статике. И где? Куда мы приехали? Чуваки, что с вами? Вот можно у него спросить. Судья, пойдем, тебя ждут. Блин, серьезно? Да, можно даже прямо с этой херней. Ну давай. Так, что-то тут какая-то закрытая вечеринка. Здесь есть лишний человек, по-моему. Так, так, это я попрошу вас выйти. А вы реально до сих пор верите, что вы награды? Я попрошу вас выйти. Валера, этого у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 тачек. Ну еще тачек, ладно, поискать. Давай тогда как сделаем? Вместе пойдемся по парковке, либо... Пойдемте, пройдемся. Закончились переговоры. Как это называется, когда папу римского выбирают? Вот, надо печку растопить с черным огнем. С белым. Белый, когда выбрали, точно. Короче, вот там печка, она белым дымом уже дымит. Сейчас определим последние топчики и все. И на этом мое судейство закончится, к счастью. Я пойду заниматься другими делами, более важными. А вот сейчас покажу вам лица других судей, чтобы вы тоже знали, что не только я один что-то решал, я вообще ничего не решал. Короче, пока мы выбирали топ, я пропустил многочисленное количество конкурсов. Так что конкурсы посмотрите на других мероприятиях, они всегда все равно одинаковые. Давай в одинаковых футболках сфоткаемся, три дауна. Что? Команда мечты, в одинаковых футболках. Кто в одинаковых? А какие футболки есть одинаковые? Есть ли футболки вообще у нас, нет? Одного человека, говорят, и красивые. Не-не-не, можешь удалиться? Погоди. Мешаешь. Девчули, обнимите Луца, а то что он как скучающий парень. Хоть кто-то его обнимает. Чужие бабы тебя ласкают. А ты кто думаешь, кто выбирает топ? Я Шон знаю. Есть три человека. Шон есть? Есть, первый, ну, третий. Чувак, Витя Каракова нет. Либо... Не, мы хотим туда либо Джунгар. А его нет. Ну, я машину повесить. Да. И он сам не выйдет. Кил ушел отсюда. Те, кто когда-нибудь был на стенд-эвенте, знают, что топ награждения проходит очень долго. Я покажу вам всех. Спасибо, Кил.
всегда будем дружить. Неважно, Украина, Беларусь или Россия. Ребята, мы, друзья, с 2009 года не один год типа чтобы мы не общались. Ну, с первой волны, наверное. Вот эта движуха пошла, 2009 год. Решили, что этих двух ногах больше никто не достоин. Мы сейчас просто пойдем и утопим. Утопить их будет очень тяжело, потому что придется всем идти туда к озеру. Так вот, у нас есть две награды, которые не достаются никому. И все это по той большой причине, из-за того, что выбирали сегодня топ-18, люди из разных стран, и у всех есть опыт и какое-то мнение довольно-таки весомое. Так вот, мы хотим вот эти две награды прилюдно здесь на сцене разломать пополам, для того, чтобы в следующем году приехали машины поинтереснее, посерьезнее и более сильнее подготовленные. Это будет мотивация для нас всех. Дайте со сцены! А сейчас кого-нибудь упадет, блин. Давайте сину я. Ну что, друзья, в принципе, все мероприятие подходит к его финальному завершению. Награды раздали. Мы сейчас пойдем собирать свой шатер, упаковывать все в дорогу и заканчивать этот вечер серьезной вечеринкой, я так понимаю, и на сцене, и в домиках с шашлыком, со всеми делами. А мне хочется добавить только одно, это то, что, ребят, собирайте тачки интереснее. Мы разбили две награды на сцене просто для того, чтобы замотивировать вас, чтобы вы в следующем году привезли сюда интересный проект. И неважно, сколько он стоит и сколько вы потратили на это денег, каждый может построить что-то очень интересное. Ну вот, ребята из Воронежа. Машина заехала сегодня в топ, и я не думаю, что эта машина стоит миллионы. Так что дерзайте, придумывайте, креативьте, делайте качественные тачки, интересные, заметные в потоке. Я пойду монтировать эту серию. До новых встреч, ставим лайки, подписываемся, комментируем, колокольчики и все остальное. Всем пока!